Ну сейчас будет осталось. Ой, ну короче, выбить, что осталось? Что осталось выбить? Ты сколько заданил? И ты вот на эти два касса все хочешь выбивать? Ты вот на эти два касса все хочешь выбивать? Давай. Ты видел, будешь писать или нет? А, в натуре. Давай. Нет. Нет. Кинь стрим. Ну тогда я запущу звук в стриме. Вот так. Я активация голосом в тест сделаю, просто мне впадло нажимать кнопку постоянно. Так. А кто второй? А? Кто второй на стриме? Не знаю, кто там. Так, допустим, короче, 10 штучек, да? Что у нас там? Давай выйдем на более пустой сервер. Подожди, для рекламы. Так у тебя все равно будет с задержкой. А. Так, ну что, коробка Фагейм Плюс. СВД Элит на 7 дней. СВД Элит на 1 день. ПСГ Элит на 1 день. СВУ Элит на 7 дней. СВД Элит на 30 дней. Кумулятивные патроны на 7 дней. Ну, у меня они есть. Быстрая смена на 7 дней. Быстрая перезарядка на 7 дней. ПСГ Элит 1 день. И Барета на 1 день. Как мне кто-то говорил вчера, ты Барету точно выбьешь. Ну вот я ее и выбил. Мина на 30 дней. Гранаты золотые на 7 дней. Исаак Драгон на 1. Полевая лопата. Жизни на 7. Я думал, ты 4 дня гранаты выбил. Это золотые. Кулак динозавра. К-400 голд. Крис 1 день. Голд на 7 дней. Черная гадюк 1 день. А, ну еще базу кров по бейк откроем. Цветной прицел 1 день. Опыт на 1 день. Да я прям везуч, как никто. Так, быстрая смена. Вот, надо активировать. Все, 33 дня. Отлично. Так, что у нас тут? Ну, теперь по 2 дня у нас 32 будет лежать. Так, что же тут у нас? Барета на 1 день. СВД Элит на 52 дня. ПСГ Элит на 17. ВСК Элит на 22. Прикольно. Дальше, короче, поехали. Так. Купить или чертовой коробки надо. Посмотрим, что у нас в этот раз получится. Ты сколько еще покупаешь коробок? До этого было у меня десятка, сейчас двадцатка. Быстрая перезарядка 7. ПСГ Элит. СВУ Элит 1. СВУ Элит 1. Легкий бронежилет 7. То, что 5% дает. Это, конечно, вообще убожество. Так, что у нас тут? Легкий бронежилет. СВУ Элит, короче. Полазим по клану, может, что хорошего будет. Светанем клан. Какой у нас топовый? У нас топовый. Не прогрузился, сейчас прогрузится. О, прогрузилась Фокси еще. И обсирайка у нас два тащера в клане. Вот, что все знали. Дальше. Посмотрим, что у нас получится. Тесак на 1. Рогатый молот на 1. Крис 30 дней. Хамелеон. Полевая на 1. Дополнительные патроны. К-400 голд, фосфор. Жизни. Жизни. Клык динозавра на 1.
Тесак на 1. К413 голд на 30 дней. Это... Я просто обожаю ПБ. Нам бы потом зайти посмотреть, насколько они у меня в итоге. Тесак на 30. Клык на 7. Рогатый молот на 1. Крис на 1. Быстрая смена. Читак свободы на 7. СВД элит на 7. Кумулятивы на 7. СВД элит на 7. Быстрая смена. Ой, там на 1 было. Барет на 1. Читак свободы на 1. СВД элит. Быстрая смена. Так, что у нас теперь с этим? Ай, барят на 2 дня. Ну, хоть что-то радует. СВД элит на 69 дней. Какая циферка. Читак на 11. Лопата на 52. Крис на 35. Клык на 41 день. Рогатый на 13. Тесак на 67 дней. К413 на 100 дней. Мин на 125 дней. Ну что? Прикольно, что я могу сказать вам. Ой, я даже не знаю, что-то еще можно сказать. Кто-то мне пишет ВКонтакт. User entered your channel. Привет. Здорово. Здорово. О, ушко зашел, да? Стрелял, да? Что? Вообще, заебись, пострелял. Мы открывал коробку. Посмотрим сейчас. Кстати, а тоже коробка тут дает за 90 минут? Да. Мне пожелали удачи. Ну, посмотрим еще раз. А ты что, еще что ли открывать? Да. На сколько? Просто мне знакомый один подогнал немножко. Пожелал удачи. Мне кто-нибудь подогнал. Рублей 10. Даже даже. Мне Керрис выпал ножик на день. И походу это будет последнее. Потому что, не знаю. Быстрая смена на 7, читак на 1. Быстрая перезарядка на 7. СВД элит на 1. Быстрая перезарядка на 7. Тесак Драгон на 30. Дополнительные патроны на 7. Полевая лопата на 1. Мина на 7. Крис. Так, доп. Патроны где-то я видел. Мне они нужны как раз. Ой, не то. Доп. Патроны. Оп. Так, доп. Патроны 22 дня. Оп, доп. Патроны 29 дней. Почти 30-ка. Остался свободный выход и 4 бронежилет. Прикольно. Есть легкий бронежилет, плюс 5 к броне. 3 недели, 110 хп. Прикольно. Прикольно. 5 недель, быстрая перезарядка. Еще 4 недели быстрой смены. Куда мне все это? Я не представляю. Ай, слышь, ушко. Ох, у меня на 2 дня барет. Пиздец. Пиздец, я тебе скажу сейчас, что пиздец. Пиздец, это К413 золотые на 100 дней. Или мина М14 на 132 дня. Вот это ушко пиздец. Так, ладно. Дальше. Свободу на 1, быстрая смена на 7. СВД элит на 30. СВУ элит. Ну где мой М200, сука? Хамелеон.
перевертыш перенять не могу. Где мой М200, падла? СВД элит на 99 дней. Так, сейчас я не знаю просто, что делать. Это вот вообще что за нахуй, а? Может взять читак в руки, я не знаю, там питон в руки взять, что-то еще можно, блядь. О, мини-топорик, нахуй. Все. Идеальный набор. Для того, чтобы выпал М200. А что ты открываешь? Коробки. Какие? Фогейм. У меня был читак. Какой? Еще в том году. М200? Да. Свобода. А, не свобода. А вот этот. Ну, Фогейм хочешь? Это 2015. А, это не то. ПСГ лит на 7, СВД лит на 7, 1, Клык динозавра 1, Крис 7, Бомба приманка 7, Дополнительная граната 7, Рогатый молот 7, ПСГ лит 7, Быстрая смена, ВСК лит 1, Бронежилет на 7, Читак М200 свобода на 30. Спасибо. Спасибо тебе, зараза, что хоть, сука, что-то мне дал на месяц какой-то читак. На 43 дня читак свобода. Хотя бы М200 покупать не придется. Ну, как-то на 3 касса М200. Не катит. Уже, сука, как мне ножеры бесят на ножах, блядь. О, мина на 30 дней выпала опять. Черная гадюка, полевая лопата. 132 сейчас у меня на 4 дня будет. Прекрасно. Баррет на еще один день. Да пиздец, ножеры ебаные. Ясно. Просто ясно. Мину на 169 дней. Никто не желает мину потрогать? Или бомбу-приманку на 70 дней? Никто не хочет поиграть, не? А может кому-то... Ну, хотя Крис... Ладно, нормально, Крис. Полевая Крис, лопата. Да, 71 день полевая лопата. А ножик на сколько? 52. Херес. В итоге. Крис, который 52 дня. Клык Инферно 42. Тесак Драгон 97 дней. Блять, мне бы столько дона нахуй, я, блядь, не вылазил бы вообще с игры. Барретт на 3 дня, вот. Блять. Просто блять. Найти сейчас эти 3 дня игры. 30 дней ВСК элит. 200 свобода 43 дня. Это что там? Боже, я не знаю, Элька, я никогда в жизни больше не буду покупать. Ты с Элькой играешь, что ли? Я как будто с Аугом играю. Одни маски слетают. Так, что у нас? Кумулятивы 3 недели. Быстрая смена 6 недель. Быстрая перезарядка 7 недель. Да. Дополнительная граната 3 недели. Я не знаю, что сказать на это, по этому поводу. Что вообще происходит? Фу, ладно. Тут я прерву стрим, короче, и заново начну. Буду играть, блядь.